Ну все, друзья, привез масло. 15 литров масла. Лукойл Авангард. Оригинальный фильтр. Тонкие очистки ИМЗ. Фильтр салонный. Фильтр масляный. Ну и воздушный, соответственно. Так, грубо я пока не стал покупать. Здесь поменяю. Хотели сказать, что 1040 вообще можно менять. Но я его менял каждые 20, поэтому нормально все. Поэтому все, машинка стоит здесь. Когда-то делают. Дедук только когда сделают. И все. И я кончу в рейс. Друзья, всем привет. Сегодня у нас четверг. Сегодня должен ехать в рейс. Но в рейс я не поеду, потому что нет груза от постоянного заказчика. А на Атишке полная ерунда. Вот. Поэтому сейчас я уже созвонился, залог отправил. Ну, не залог, а предоплату 5000 рублей на установку кондиционера в Нижнем Новгороде. В принципе, никакой одежды с собой вторую не брал. Там только футболку и штаны вторые, все. Так и поеду, не буду сейчас заезжать на квартиру, забирать там все. Думаю остаться там на денечек. Плюс ходить там на рынок. На рынке что-нибудь прикупить для газона. Там зеркало как раз надо, потому что Пензе позвонил, ни у кого нет. Плюс отбойники, ну и другу купить что на его газон, там по мелочи. Все это на рынке как раз машина пока делается будет. Там, не знаю, часов 5-6, наверное, будет. Я мог бы выпить море, я мог бы стать круг. Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог... Все, маски поменяли. Задний, получается, прокладку редуктора сделали. Надеюсь, что она не капает. Сейчас мы оторвем трос, который мы тогда тянули Volvo. Запустим машину. Она закрыта, что ли? Тут пока такой беспорядок. Сумки уже приготовлены нижней. Сейчас я все протру, помою, проверяем масло и выезжаем. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то все турбины, все инструменты, как я говорил, ложу здесь. Поэтому сейчас в нижний кладу ящик. Здесь уже, наверное, и там в нижнем устанавливаю. Перекидываю, для оператора место освобождаю. Сейчас с сервиса уезжаю. Устранили мне тот поломку, которая была все акведуктов. Все сделали бесплатно. Поэтому, друзья, мнение свое мы не меняем насчет сервиса. Делают парни нормально, но у всех бывают косяки. Я не думаю, что даже другой сервис найдется, там не будет каких-то там недоразумений. Поэтому однозначно только этот сервис будет ездить. А сейчас все, сейчас, наверное, покушать заедем. И уже помчим в Нижний Новгород. Но я думаю, то, что покушать заедем домой, потому что время все равно у нас. Только три. Чего время терять? На прибытии, по-моему, показывать, да, вообще в Нижний. В Нижний вообще показывать прибытие у нас в районе, наверное, 9-10 часов вечера. Поэтому домой покушаем, мы поедем в рейс. Так, друзья, пока сейчас стою на заправке в очереди. Фонари у меня так и не горят, только вот против туманка. Ну, поворотник все горит, кроме габарит. Я не знаю, в чем дело. Проводку здесь сделал, электрик скрывал, без толку. Не знаю, в чем дело. Ну, хотя бы хоть какой-то один фонарь. Сегодня хотел к электрику заехать перед... Сейчас так сделаю, чтобы не слышно было. Перед поездкой в Нижний. Но у него не было времени. Плюс к тому же была погода дождливая. Как-то так. Вот груза я не брал в сторону Нижнего ничего, потому что особо нормального так не было. За 15 тысяч
было там из Кузнецка. Это надо в Кузнецк доехать 100 километров, потом поехать как раз с Нижнего. Там 2 тонны мебели, 40 кубов. Наличка 15 косарей. Я, короче, не стал брать. А топливо у меня так немного уйдет. 6, наверное, 7. Ну, зато пустой. Может, даже дешевле, кстати. Оплатил на 6, на 7, по-моему, на 7 тысяч. Сказали, что фиксатор сломан. Да, ну вот, фиксатор сломан. Попробую сейчас пачку сигарет вставить. Но... Вот сейчас остановился, крышку потерял из бака, забыл закрыть, снимал видео. Еще пролилось, пока поворачивал. Бак он есть. Спали в газоне, на рынок мы не пошли, хотя думал, по карте посмотрел, с 9 работает, оказывается, с 7. Ничего не успели купить. Сейчас приехали на установку кондиционера, потому что записывали с 9. Вот. Машину вставляем, едем уже в квартиру, квартиру сняли. И завтра, может быть, поедем на рынок. Как раз газон заберем и съедем на рынок. Вот, а сейчас теперь ждем мастеров, которые примут там машину. И поедем домой. Так, друзья, ну все, заселились в квартиру. В этой квартире, ну не в этой квартире, в этом доме я уже был, в этом подъезде, когда покупал газон год назад. Здесь плюс какой, лента рядом, магазинчики, парковка, кстати, большая. Здесь можно и газон припарковать, даже и фуру. Я думал, труда не составит. То есть места много. Плюс балкон, я думаю, летом, ну, прикольно так-то отдохнуть здесь будет. Квартира, кстати, не такая уж и большая. Я думаю, что квадратов 20, может быть, максимум. Ну, кухня, кровать, столик, телевизор, ну, в принципе, ничего такого нет. Душевая. Ну, плюс какой, что, конечно, ремонтик так себе, но, по крайней мере, все чисто. На этом, конечно, плюс. Но за 2500, сколько там, за 2500, я думаю, это адекватно. Плюс залог, а сорян, залог возвращается. Вот и все. Кстати, заселение вообще было без паспорта. По сейфу, просто сейф, сказали пароль. Зашли, открыли. Все. Газон будет сегодня готов, но сказали, что сегодня его... Сказал, что сегодня его не будут забирать, смысл. И мотаться туда, потом сюда его везти. Поэтому завтра часиков в 10 я туда приезжаю, забираю, и я тут уже на рынок. Там уже прикуплю все, и на Пензу поедем. Пустыми, скорее всего, потому что сейчас на очишки смотрю. Ничего нормального, в принципе, нет. Вечера позвонили сервис, сказали, что газон готов, можно забирать. Хотя с мастерами договорились, что я заберу его завтра утром, чтобы сегодня мне не мотаться. В общем, ладно, сказал, что сегодня вечером, часиков 7-8 его заберу. Денежку уже приготовил, там что-то в районе, по-моему, 70 выйдет. Вот, ну и кондиционер, получается, вышел где-то 63-62 с двумя вентиляторами. С одним было дешевле намного. Вот. И плюс
кран отопителя, он 1,5 стоит, плюс замена там 3 рубля. В общем, все. Теперь кондиционер будет работать отлично, особенно же в жару, ну прям в плюс 35, я думаю, даже не почувствую разницу. В общем, не зря я его поставил, особенно хороший, с двумя вентиляторами. Поэтому сегодня часиков в 7 вечера поеду за газоном. Ну а там уже дальше в следующем видео покажу вам, как, что установили там в нем. Поэтому, друзья, всем удачи и пока.